Привет, Даша. Ты как и просила, мы пришли. А что случилось? Даша, что случилось? Ты что, немного приболела? Какая тебе от нас помощь нужна? Да, друзья, я с самого утра кашель, горло болит очень сильно. Я вот температуру сейчас мерила, походу я заболела. Так ты уже померила? Сколько уже температура? Да вот только меряю температуру. Мне, короче, сегодня кошку к 11 часам надо отвезти к ветеринару, потому что ей надо сделать очередные прививки, и я, как видите, не могу. Можете, пожалуйста, сделать? Да вообще без проблем. Только ты скажи, куда ее надо везти, и кошку давай. Да вот я кошку уже в переноску поместила, сейчас принесу. Друзья, только будьте с ней, пожалуйста, очень аккуратны, потому что она боится, не потеряйте ее, пожалуйста, это моя любимица. Да без проблем, Даш, мы с ней будем очень аккуратными, мы же сами кошек любим. Мы ей сделаем все прививки и привезем обратно. Ой, какая красивая! Пошли. Пошли. Пока, Даш. Поехали потихонечку. Ну давай, Ром, поехали. Вместе пойдем или мне самому сходить? Ну давай ты сам сходишь, я тебя здесь подожду и заодно машину поохраняю. Ну ладно, тогда сам пойду. Только будь с ней аккуратно, ты же помнишь, что Даша просила? Это ее любимая кошка. Да-да-да, я все помню, только закрой за мной дверь. А ты кого принес? Это не Дашина кошка. Что, серьезно? Как? Ну как? Ты что, не видишь, что это белая кошка? У Даши была серая. Что, серьезно? Ну посмотри сам. Блин, точно другая. Что делать? Ну что делать? Иди ищи Дашину кошку, а эту отнеси обратно. Ну хорошо. Без Муси не возвращайся. Не было Муси, там была только эта белая кошка. Ну и как быть? Что мы теперь Даше скажем? Соня, ну посмотри, какая она белая, пушистая, красивая. Не то, что та серая. Давай эту принесем. Ты
вечером вообще уже, нас Даша прибьет вместе с этой белой кошкой. Да не прибьет, посмотри, какая она красивая, вдруг ей понравится. Ну давай рискнем, раз Муся потерялась, попробуем эту белую кошку, может быть все обойдется. Поехали. Сонь, да все будет пучком, не переживай, поехали. Что сейчас будет, чем все закончится. Да не бойся, смотри, какая красивая кошка, она еще лучше, чем та. Ну смотри, Даша эту кошку очень любила, а это вообще непонятно чем. Пошли. Даша, мы вернулись. Большое спасибо, ребята, что помогли, выручили. Ну давайте мне красавицу Мусеньку, как она себя вела? Нормально, ну ты сама посмотри. Угу. Кто это? Кого вы мне привели? Это ж не моя Муся! Я же тебе говорила, Рома, надо было Мусю искать, сейчас нам достанется. Вы что, вообще уже? Вам ничего доверить нельзя, где моя Муся? Дашенька, ну она же красивее, чем Муся. Посмотри, какая она белая, пушистая. Какая беленькая, какая пушистая. Где моя кошка? Где Муся? Я же тебе говорила, что надо найти Мусю. Я думала, что этот номер... Получай! Ха-ха-ха, Соня, в этот раз ты промазала. Зато я не промазала. Мусенька, Мусенька!